Машини, кальяни. Машини. Кальяни. Весь реп. Отак виглядить весь реп. Я задолбався. Алькантара. Тут Алькантара. Подожди, сейчас я не настроился. Показывай. Он что, прежде? Давай, я! Пизда, блядь, почем. Не влізем. А це класно тут ще з носочками. Мене їх виймають, бані. Зувати куди-то їх в зуб, а потім туди, що? Андрюхи, 30-ха. На кондорочку. На дрифточку. Офигенно. Давай. Подожди, сейчас я не настроился. Показывай. Он что, прежде? Ты их в зуб, блин. А потом туда еще. Are you ready? Yeah, bitch, for racism. Сейчас я еду за Вовном Демом, забираю его, мы едем двумя тачками на моечку, моем машины и едем на съемочку. Сейчас моем тачки и встречаемся с Владом Петруком и будем снимать видосики. Надеюсь, там Чупацкий будет с фотиками, что может тут фоткаем сегодня. Думаю, будет яд. Мы поняли, охуенно. Как этот любит, видеоблогер есть этот, Антон Воротников, он везде. Давай. Подожди, сейчас я не настроился. Показывай. Он что, прежде? Так а что там? Короче, эти опоздавшие приехали, тачки намыты, закат уже. Вот, мы готовы сниматься. Что там, Invaders Crew в здании. Значит, скоро вот эта тачка, если занизится, будет тоже в Invaders Crew. Короче, на побитых арочках, это уже значит, что типа в правильном направлении чувак идет. Что тут у него еще? Короче, ему надо диффузорчик, сплиттера такие по кругу, будет вообще пушка, отвечаю вам, подписывайтесь. Дила, привет. Водила, привет. Привет, Джо, поехали. Подожди. Пацаны, пошли. Смок на бой, туда и нам, а ты там, а вижу, что моя дети, но у нас есть сам тут супер-фа, и мы.
справа пішла, то я думаю, нам треба трошечки. Бля, так що? В'їбать. Їдемо на третій локейшн. Це паркінг торгового центру. Там уже нас ждет Андрюха на своей тридцатке дрифтовой. Будет валить максимально. Дальше уже начались максимально крутые дороги. У меня засветилось падение давления в шине. Ребята фоткали, я, блин, не смог угадать. Обидно. Надеюсь, это сбой какой-то, как всегда, БМВ. Парились ехать в ABS, но Code of Fiat. Все поехали на самом лучшем мире дорогу. Хрена все. Сейчас будет. Буду вам снимать. И автобаном. Жопа автобаном. Дичь. Потому что там сейчас воду просто будет жопа. Просто жопа. Я там на Тимура М3 ехал. Сейчас мы подъезжаем, уже где-то должен быть Андрюха на месте нас ждать. И будем снимать. Планируем поставить две тачки и вокруг них дрифтить на тридцатке. Приехали на локейшн. Водила, привет. Лифоводы. Привет! Жарк, привет! Бля! Говорили, Меган хуйня. Шух, я на 2GZ втыкнул, нормально видно. Да. Вещь, бля. Короче, мы сейчас там две тачки, где одна площадка, и Андрюха вокруг нас будет дрифтить. Ой. Блин. Сыр. Так а что, тут нормально? Are you ready? Yeah, bitch! For race season 2008! Чё-то там, первую раскрути, понял, где-то до 5-5.5. И она у тебя начнёт стрелять. При сбросе.
Подожди, мы может пеху по-другому поставим. Что ты чуешь? Может пеху по-другому поставим. Бля. Owner M3. Owner M3, E36. Я не понимаю по такому. Бля. Давай. Подожди, сейчас я не настроился. Показывай. Он что, приезжает? Искрит! Я первый! Давай, я! Пизда, блядь, почём? Что за марк? Я его там уебал. Сука, блядь! Ты бачишь, дырку попал? Что, блядь? Трохи раздулся. А ну не блядь! 5 кругов, резина кончилась. Сейчас Андрюха с Тимуром едет за резиной на гараж. Привезут 2 колеса, будем продолжать. Наш служебный автомобиль. Возим в нем резину постоянно. Привет, видео снимаем? Дай угла. Да я ж, блядь, на его резине. Блядь. Похуй, Тимур, можно, да? Давай. Подожди, сейчас я не настроился. Показывай. Он что, прежний? Приехали копы, движуха накрылась, Андрюха не успел поменять резину, короче, такая херня. Так а что за колеса, Ярик, бля? Ярик, едь домой! Ты шо? Богу, ты шо? Здорово! Я помню, как бы слышать. Здорово. А ты? Ты все. В гаражі? Все нормально. Салон надо заценить. Теперь машина, вы? А ничего не поменял. Так а... Да, хуйня вообще какая-то. Что по свету? А, свет еще не подключенный. Бля. Нет, можно вот так сделать. А здесь? Ну ты довольный? А у нас еще в покраске все. А у тебя же будет еще здесь эти модные штучки? Да, ну блядь, я хочу пока поесть. А контарушка везде. А шильдики уже я? Колеса. Я еду мало давать. Неа. Ебать. Моя нема. Там тим салон еще разыграно, но я уже заебал. Смотри, каже, Димон каже. А вот это стиль, да? Да, это похуе вообще. Ваше впечатление. О, прикольно. Альхантара, да? Огонь. Как я этот любит, видеоблогер есть этот, Антон Воротников, он везде Алькантара, 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 Алькантары, Алькантары. Тут Алькантары, тут Эстроник, чтоб ты как бы уже почти идёшь к своей цели. Да, Эстроник уже поставил, все там, Декьют 500. Да, уже свапнул на 5.
Все подписывайтесь на Тараса, это новый блогер, который предоставит вам интересные материалы. Пальцем вверх или вниз, я не знаю, как там говорить. Смотрите, подписывайтесь. Спасибо. Вот так ты должен был сделать.